вчерашние удары по Польше. Две ракеты то ли с курса сбились, то ли их сбили, и они в итоге хлопнули по территории Польши, двух людей убили. Вот. И там все поляки в шоке, все НАТО на ушах, мол, нарушили территориальную целостность их замечательного альянса. Вот. Теперь они там зазывают военные советы, вот думают, что им делать. Просто здесь два варианта. Либо это русские ракеты прилетели, либо это украинские ракеты прилетели. Если украинские, скорее всего, они скажут, ну ладно, бывает. Вот. Если русские, то они могут и рыпнуться. Вот. Ваше мнение по этому поводу интересно. Да тут не важно, чьи ракеты, как бы рыпнуться они могут, и если это украинские С-300 туда налетели, могут рыпнуться. Но это может часть подготовки быть. Потому что сведения были, что там летал над этим местом незадолго до маневра американский самолет, то же самое, что было как при атаке на Крым. Ну, для вовлечения Польши в конфликт, ну, нужны какие-то формальные поводы. Это может быть формальным поводом, использоваться как формальный повод. Потому что по всем рельсам они уже как бы осуществляют подготовку. Это подготовка через внешнеполитические институты, очернение России всеми возможными способами и так далее. Ну вот это часть плана. Что они с этим сделают, это уже не важно. Вот вообще не важно. Упадут ракеты, не упадут. Война все равно будет. Польша все равно в эту войну войдет. Польша нужна для старта, ну, чтобы формально не первая туда зашла Британия, не первая туда зашли Штаты. Нужно, чтобы вот кто-то из мелочи туда зашел, так красившая картинка. Хотя и это не принципиально. Ну, если мы воюем по-взрослому, если Англия режиссирует со Штатами эту войну, заходили бы мы в Украину, не заходили, все бы продолжалось. Подготовка к войне, столько лет была подготовка к войне. Более 20 лет подготовка, и чтобы они это так вот все сдули. Ну, это опять, как сказать, на краткосрочной дистанции более 20 лет подготовка, а на длинной дистанции еще больше. Это спланированная, хорошо спланированная система. Вот мы находимся в неведении, а что это случилось, Вторая мировая война? А что это случилось, Первая мировая война? Это же совокупность таких случайностей. Какие случайности? Это мы находимся в состоянии такого доверчивого идиотизма, что это все случайное нагромождение событий, которое привело к войне. На самом деле это просто спланированные действия. И они всегда были спланированы. А пока вы держитесь, пока вас держат в этом состоянии, в доверчивом, это будет продолжаться до полного разгрома того, кто не понимает, что происходит. Пока мы не понимаем, что происходит. Надо просыпаться как-то. Британцы могут это стадо собирать, сгонять в кучу и гнать на нас, вне зависимости, вступлено оно в НАТО, не вступило оно в НАТО. Это без разницы. Они все равно это могут создавать и загонять. Ну да, сейчас они по такой-то статье могут вступить. Ну и что? Это все, ну, писанные бумажки, которые могут привести к событиям, могут не привести к событиям. Если утрачен у государств суверенитет, что такое государство? Суверенная форма публичной власти. Это вот есть у тебя суверенная публичная власть или нет? Ну, не тайная какая-то власть там, скрытая там, а суверенная открытая публичная власть. Или нет? Если у тебя нет суверенной власти, то ты уже как бы не государство. Это у тебя просто группа надсмотрщиков над твоей частью народа. Вот она вот сидит на тебе, эта группа надсмотрщиков. Вот у тебя есть, допустим, Польша, или есть у тебя Германия, и есть группа надсмотрщиков. Эта группа надсмотрщиков прошла обучение соответствующим образом. Привлечена на работу, привлечена в европейские институты. Сейчас европейские институты забрали часть суверенитета. Но вот у тебя оборонный суверенитет, часть оборонного суверенитета передана в НАТО, да, на уровне принятия решения. Ты, вот сейчас ситуация какая, сейчас же не спрашивают никого, давайте соберемся, страны-участники НАТО, узнаем, нарушен суверенитет там или нарушена граница, будем ли мы вступать в войну или не будем вступать в войну.
они будут по-другому действовать. Никто решения принимать не будут. Первая дёрнется Польша, вторая Британия, все вроде как обязаны. Все вроде как обязаны уже. А, взаимовыручка, НАТО. Всякого решения надо шлепать, воевать. Все, вот так. Коллективное решение они даже обойдут как-нибудь технично. Могут не обойти, это вообще не принципиально. Они вот гоняют стадо по Европе. Стадо состоит из их представителей, в основном завербованных, незавербованных. Даже завербованным пока воспитанных, взрощенных скотоводов. Вот взрощенные скотоводы гоняют свои народы по указке Британии, по Европе. Плюс к этому еще инструменты регулировки, такие как Ватикан. Ну, Польша, она проватиканенная. Вот наши не понимают, что религия – это инструмент войны, что это военный инструмент. Вот вообще скажи… Скажите, ПЦшники активно участвуют во всей… Ну вот население нашей страны не понимает, что религия – это очень мощный военный инструмент. Они не понимают, что это правило ПЦ, что это одна из возможностей наших. Они не понимают, что такое Ватикан. Вот Ватикан – это смертельный враг для каждого гражданина России. Граждане России это понимают, они не понимают. Вот Ватикан, как вот эта вот конструкция, вот сейчас он из последних проявлений он занимался обменом азовцев. Чего он туда полез? А Ватикан участвовал в организации всех вот этих европейских войн. Роль Ватикана какая? Она не была, а миротворческая. Вот если мы посмотрим вглубь истории Ватикана, она кровавая. И она направлена на уничтожение именно нашей нации. Потому что на нашей нации находится другая религия, другая ветвь. И Ватикан долбит. Кроваво. Вы можете, ну, прям вот кровавая резня, что они, именно они свалили Византию. Ватикан свалил Византию, организовал туда крестовый поход, уничтожал. А Византия – это мы. Ватикан смывает нашу историю с планеты. Именно Ватикан целенаправленно. Европа, европейская цивилизация – это наша цивилизация. Что центр Европы, культура, Александр Македонский и так далее. Вы же не знаете, да, кто такие македонцы? Это, наверное, греки, да? А что это греки эти разговаривали на славянских языках? Почему? Почему Филипп, отец Александра, был славянином, да? А македонский вроде как грек, да? Как это так получилось? Что это у нас храмы в России с Александром Македонским стоят на фасадах? Это вы же не знаете, да? У вас какая-то Греция, да? У вас какая-то Византия, оторванная от России. А что это там только... Наши воины могли с оружием ходить в Византии, не знаете, да? И так далее. Это все наша цивилизация, наша культура, наш язык, который имел место в Европе. И Ватикан это замывает, уничтожает. Если вы думаете, что это уничтожалось когда-то давно, сейчас этого нет, сейчас, а, ну как же век цивилизации, там, 21 век, так далее, так прочее. А люди еще помнят, какая резня была в 41 году. Когда хорваты резали сербов в Европе. Хорваты, вот представьте, один народ, это вот одни и те же славяне, говорящие на одном языке. В принципе, это русские, которые жили в Европе. Вот сербы, хорваты и так далее. Мы сейчас не должны этого знать, что мы один народ. Вот. Часть из них забрали под веру католическую, это хорваты. Часть осталась православными, это сербы. И в один прекрасный момент силами Ватикана было завезено оружие в Хорватию, на территорию хорватам, в храмы занесено, и дальше начался просто геноцид сербов. Ну, вот так вот, современная Европа, 41 год, еще не началась гитлеровский заход на Россию, а там просто резали. Причем, ну как вот вырезать в центре Европы? Там оценки разные, там 500 000 сербов. Как вот вырезать в центре Европы? Просто брали и резали, сгоняли сербов и вручную резали. Там люди отличаются, там по 2000 сербов он с руки зарезал, потом устал, потом что-то там про него пишут. Это вот, это современное действие. 20 век – это современная культура. Это машины уже ездили, электричество, все. Это 20 век – это нормально, это наша жизнь. И это... Это не край, это будет продолжаться. Так что такие вот представления. И Ватикан, он как раз встроен в эту англо-американскую схему.
Еще вопрос, кто там больше встроенная часть влияния, кого, на кого больше, либо Британия на Ватикан, либо Ватикана на Британию. Ну вот как, если вы поставляете информацию Британии и Штатам, да? Ватикан предоставляет информацию Британии и Штатам. Но информацию уже можно просто нейтрально предоставлять, да, а можно, управляя, красочкой. Что-то выше, что-то ниже, управляя можно. Так это вот ситуация такая по войне. И сейчас мы едем на войну, это уже 15 лет ехали, там, 10 лет назад ехали. Ехали, это вот просто вот можно сидеть, этого не замечать. Подготовка. Ну, вот некоторые вещи, ну вот если они не подготавливаются, то они никому не нужны. Если они никому не нужны, на это никто не выделяет денег и так далее. Оно сейчас в рамках вот этой канвы, оно постоянно осуществляется. Даже с этими переименованиями европейских. Северная Македония, не Северная Македония и так далее. Это все одна большая система по стиранию нашей цивилизации с лица земли. Если вы думаете, что в этом гнилом миллиарде какое-то место есть для вас, не надейтесь. В этом миллиарде места для вас нет. Ваше место на этой планете есть только в одном случае, если мы отстоим свое место на этой планете. И надо понимать, что юридически, на то, что происходит, ну, вот слышал аргументацию такую, суверенное государство напало на суверенное государство. Ну, как бы вроде, а, что, да, не так, просто одно государство напало на другое государство. Не говорится про суверенное. В том-то и дело, что одно-то государство точно есть, а второе государство его нет. Оно утратило свою государственность в 2014 году. Вот когда вы утрачиваете свой суверенитет, то вы утратили государство. Если вы этого не понимаете, откройте энциклопедию, прочитайте. Государство – это суверенная форма публичной власти. Если она у вас не суверенная, то все, вы свою государственность прошлепали, вы ее потеряли. Вы этого не понимаете, до вас это не доходит. Но вас будут гонять как скот. Вы потеряли свою суверенность, суверенитет. На вашем государстве группа надсмотрщиков, управленцев. Вами управляют в чужих интересах. Ну вот давайте. Поляки собрались такие и создали Киевскую Польчу. Раньше была Киевская Русь, а теперь это Киевская Польча. Они же там есть. Часть территории их была. Население есть, часть территории. Вот они собрали Киевскую Польчу и убрали все языки из школ, кроме польского. Вот. В школах можно говорить только на польском языке. Президент страны говорит только на польском языке. На местах вы можете, конечно, говорить там немножко там, на украинском, на русском, чуть-чуть вам можно. Но Киевская Польша, она же не может. Это же Киевская Польша, это же не Киевская там Укрь, не Киевская Русь. Все, это Польч, Киевская Польч. И язык должен быть польским. Все. Что не так-то? Что вам не нравится? Как вы думаете, суверенитет есть у этого государства? Или это надсмотрщики польские? Как выборы проводятся в этом государстве? Они что, да, все согласились, да? На такую бредятину? Дальше. Если вы утратили информационный суверенитет, если у вас нет публичных свободных СМИ, то вы утратили суверенитет, вам в голову льют любой гной, если вы утратили суверенитет. И вы управляетесь вот вашим общественным мнением, это вот как бичом такой скотинку, хлестает, управляет так. Сегодня вам рассказали так, вы бежите туда. Сегодня вам так сказали, вы так-то прыгаете. С кастрюлей, без кастрюли, это не важно. Это управление, информационное управление. В 2014 году что было? Государственный переворот. Конституция была повержена, законная власть была свержена. Вам накидали в голову, что это какая-то незаконная власть, у вас Азаров плохой и так далее. Вам вот все, мозги перекрыли. И в результате госпереворота вы перестали быть суверенными, утратили государственность. И теперь вторжение было не в государство, это вторжение было в поля,
заселенные племенами, которые не контролируют свою власть. Когда вот вы не контролируете свою власть, вот то, что вам заводится на внешнее управление, вы не можете это контролировать, хоть бы вы как ни бесились. И у вас надсмотрщики, надскорпус, вот это все, это надсмотрщики. Это такая же киевская польч на всей стране. Кто-то решил, что вот именно польч будет у вас. А дальше, да, будет польч, польч. Если ничего не предпринимать, дальше будет польч. Украина войдет населением под польч, они будут ополячены. Вся национальная идентичность будет прекращена. Вы станете католиками, и все вот эти полукатолические верования, все там унятых, вот эти пачки вот этих всех как бы православных, но уже не православных, это все как раз часть того маневра. Язык у вас будет каструбатый, каструбатый поляцкий язык, вы будете на нем бля-бля-бля, да? У вас сейчас язык, он же, это новосуржик. Вот был суржик, был западенский такой, наречие. А сейчас вам сделали, сгенерировали каструбатый язык, накидали туда слов, на которых ваши предки не говорили. Вот если ваши предки на этом языке, вот то, что там ботает Зеленский, ваши предки на этом не говорили. Вот, ну не говорили, вот факт. Где-то такие, часть каких-то слов могла попадаться в ополяченных районах, в мизерном количестве. Вам это растягивают на всю Украину. Вы должны болтать на несуществующем ранее языке, на том, на котором ваши деды не говорили. Это все. Ту же каструбатость они пытались затащить. Теперь слово каструбатый будет украинским. Ну не украинское, оно польское. Это вот такая вот ситуация. И когда говорят, что нет притеснения на язык, когда в ваших школах ни на каком, кроме конкретно выбранного языка, нельзя говорить, преподавать, все, приехали. Когда у вас специальная служба есть, которая за чистоту языка там борется, что в магазинах надо на том говорить или не на том, все, приехали. И если вы этого не понимаете, вы постыдные зомби. Над вами издеваются уже глубоко, вы этого не понимаете. Вы зомби, доведены до такого состояния. Все это для того, чтобы один народ, вот, и русские украинцы, и белорусы – это один народ. Чтобы один народ разделить на части и заставить самих себя убивать. Неважно кто, но они должны себя поубивать. Потому что что? Потому что благословлено это Ватиканом, и занимается этим Британия и Штаты. Все. Это тенденция. По большому счету немцам это вообще не надо. Вот немцам, как народу, вот эта вот грызня не нужна. Никому не нужна, кроме Британии, Ватикана и Штатов. Вот это вот три кусочка цивилизационных, или как антицивилизационных, которым это надо. И они собирают в стадо всю Европу, которая этим занимается. Все. Такая ситуация. Возвращаясь к США и Польше, только что новость прилетела о том, что Байден говорит о том, что есть предварительная информация, которая опровергает, что это русские ракеты прилетели. Если мы рассуждаем, что вся эта маневровая часть накаляется Британией, а Штаты туда вовлекаются как марионетка. В них будут иногда проблески сознания. А что это? Это же ракеты С-300, они же украинские. Кто их нахрен спрашивает? Вы должны что делать? Вы должны собираться в стадо и биться с Россией. Потому что у Британии денег на это шибко нет, как бы ресурса как бы шибко нет. И вообще это не в стиле Британии. Быдло должно само себя убивать. Вот Штаты теперь должны бить Россию за свой счет. Потому что так решила Британия. Это все в порядке вещей. По Украине, ну, по количеству наемников там уже 50%. Он по различным оценкам указан, что на таких-то направлениях наемников 50%. Кто такие наемники? Это профики. Профики откуда? Профики из Польши, профики из Англии. Там пошло-поехало этот список стран. Канада, Австралия. Это профики. Он представляет, толпа профиков. Дальше. У вас есть очень растянутый фронт. Вы не можете загнать на этот фронт, вывести личный состав, потому что у вас не подготовлен. Вы удерживаете этот фронт очень незначительным количественно личным составом. И в результате того, что вами занимаются профики, они начинают проламывать местами вашу оборону. У вас два варианта. Либо сдернуть личный состав до окончательной подготовки, это увеличит количество жертв. Либо минимизировать потери. Там очень невыгодная позиция была в плане, ну действительно, это
практически окружение, если у вас нет способов подпитки боевых действий, уверенной подпитки боекомплектом. Они долго, англичане, американцы, НАТО, воюющая на Украине против России, очень долго проламывала мост своими системами вооружения, не могли. Не знаю, насколько достоверная информация, что когда они поймали все-таки грузовик с боеприпасами, ракетой на мосту, и смогли этот мост проломить. После того, как проломили мост, то вообще уже стало проблематично удерживать эту территорию. Было оперативно принято решение, чтобы отвезти. После отвода за Днепр, за воду, появилась возможность удерживать эти позиции малой кровью. Ну, собственно, что и происходит? Это обычное действие. Можно, ну, во время битвы вы наносите удары. У вас две стратегии. Первая стратегия. Вы поражаете, захватываете территорию. А вторая стратегия. Вы поражаете того, кто эту территорию защищает, сохраняет, обороняет. Если вы поражаете того, кто эту территорию обороняет, у вас другая маленькая стратегия. Вам надо просто их добить, неважно где. Ваш максимальный настрой на то, чтобы вывести наибольшее количество боеспособных единиц и их вооружения. Собственно, чем занимаются вооруженные силы России на настоящий момент? Они выхлёстывают как раз личный состав и вооружение. И тактики наиболее экономичные. Допустим, выбирается на подконтрольной территории участок, длиной там десятки километров полоса. В нее позволяется зайти боеотрядом противника и уничтожается противник на этой территории. С точки зрения обороны, это практически идеальный сценарий, когда вы можете малыми силами уничтожать противника. Потому что когда идет наступление, всегда выхлестнуть наступающую сторону легче, чем засевшую где-то в укреплениях. Собственно, этим и занимаются. Трамп сегодня объявил о том, что он готовится к участию в выборах 2024 года. Пустят его туда, не пустят, дадут хотя бы поучаствовать, не то, что победить там, уже это маловероятно, но в любом случае. Вот все максимально, что можно сделать против Трампа, они сделают. На каком этапе они его свалят, я не знаю, но отожмут до последнего. Если, не дай бог, он пройдет, ну, с их точки зрения, не дай бог, они сделают такие же пассатижи на старте, которые делали в первый раз, когда ему, что бы он ни сделал, на него там это уже глашатаи и хором вопят, верещат, вся Европа, вся Америка верещит. Они так его затуркали, что он такой первые месяцы был затурканный, прям он не знал, он пытался даже там оправдываться. Там оправдываться бесполезно, ты просто виновен, потому что ты есть. Ты источник силы самостоятельной власти. А им нужна встроенная вот в эту вот когорту, чучело на Америке. И, собственно, они постоянно таких вот выбирают. Ну, традиция, когда они начали выбирать артистов. Ну, вот артиста они выбрали. Для чего? Никто из ниоткуда звать никак. Тебе подошли два дяденьки и сказали: а ты хотел бы, мальчик, стать королем, президентом Соединенных Штатов? А ты точно у нас патриотически настроен такой-то, мы можем в тебе не сомневаться? Да, мы можем, вы можете. И тащат его. Он приходит, становится президентом, а дальше они ему просто тюкают: вот тебе, займись вот этим, вот этим, вот этим. Приходят советники, у нас такие-то проблемы. Кабинет ему подставили, который приносит и решает такие-то проблемы. Все, это марионетка, он не понимает, это выглядит как демократия. То же самое был Гитлер на Германии. Это вот британская марионетка на Германии, которая точно должна пойти была на восток. И она пошла. Она не хотела идти на восток. Тогда Британия взяла Францию, Италию и начали там стартовать Гитлера. Это все обычная схема. Почему об этом не написано в учебниках? Ну, им невыгодно писать. Им невыгодно. Вот, они не пишут. Вот если вы захотите прочитать про геноцид сербов, зайдете в Википедию, пробежитесь по страницам, вы даже нигде из этого потока информации не узнаете, что Ватикан организовал геноцид сербов. Вы там один раз слово клерикальный встретите, все, без
обозначение, что это конфликтно-религиозная почва и так далее, так прочее. Вы этого нигде не встретите. То есть они сейчас поджимают информацию, всегда они размывают. А мы сейчас вот наших предков называем варвар, вандализм. С 19 века мы вандализм это во Франции запустили, и мы сейчас это повторяем. Это нас надрессировали так, что мы мыли наших предков. А чем плохие наши предки, чем вандалы-то плохие вам оказались? Да, они почикали вот это вот римское, бодающееся по всему миру стадо. И теперь, потом, через много столетий, кто-то там во Франции, вандалы, ах, вандалы. Это целенаправленно информационные элементы, которые втыкаются в сознание и превращают вас в скот. Вот с таких мелочей. Варварами назвали просто все вот эти вот племена, которые сверху. Ну, а там никаких, кроме наших племен, не было. Вот вся эта вот территория европейская сверху, это была наша. Мы были в одной обойме, в одних войсковых объединениях. Атила не был никаким азиатом. Азиат он был в плане географии, а не в плане национальных признаков антропологических. Войско Атилы пило квас и гуляло на пирах. Мы один народ. Мы как были тогда. А кто такой Атила? Атила – бич Божий, с точки зрения Ватикана. И с той поры, еще с тех махровых времен, они нас долбят. Я не знаю, за Атилу они нас долбят или за раньше за что-то начали. Но они эту войну не закончили. А мы не забыли уже, что есть какая-то война. Мы забыли, что Атила – наш мальчиш. Мы все это забыли, мы исполняем наивность свою современную. Такая ситуация. Те люди, которые стоят у власти, президенты, там, Зеленский, тот же Байден, который сейчас, каков шанс того, что они вообще понимают, что они пацаны и, по сути, марионетки? Или для них это все выглядит, как будто они все правят, делают правое дело? Ну, допустим, Байден. Что он не так сделал? Он всю жизнь в этой системе. Он куда-то исполняет. Он такая торпеда, которая занималась вопросами, которые перед ним ставили. Сейчас он в деменции находится, у него интеллектуальный уровень уже не что-то понимать, а как в этом во всем выстоять, вот так вот, там, что-то ему, как продолжать свою деменцию более-менее незаметно. Все, что он может понимать? Там по штатам, ну, вот эти вот откровения иногда прорываются, когда, ну, там, шериф какой-то высказал такое мнение, что несмотря на это, на все, мы понимаем, что мы не управляем своей страной и так далее. То, что происходит в Штатах, оно... Это настроенная машина, которая не управляется народом. Это вот псевдодемократия, это крупнейшая псевдодемократия мира, которая создает видимость флага вот этого. Причем, ну, неважно, вот смотри, Британия – это монархия, Штаты – это демократия, Канада – это вассалия. Вассалы британской короны. Причем мы как бы не вассалы. Британия – это чисто символическая. Это вот такая болтовня. Они вассалы, вот просто тупые вассалы. И это все равнозначно, никого это не волнует. Вот это, то есть политический строй, он не важен. Какой политический строй? Дуру можно гнать, исполнять под любым флагом, под любой концепцией, сколько угодно. Вот, ну, Китай же сейчас же исполняет под коммунистическим флагом. И такие люди... Китай же это коммунистическое государство. Китай же движется по коммунистическим рельсам. Справочно, Китай не движется по коммунистическим рельсам. Кто этого еще не понял, надо как-то ускоряться там, почитать может что-то, что такое коммунизм и так далее. Китай не коммунистические рельсы. Рельсы – это экономика. Экономика. Вот экономика в Китае не коммунистическая. Название осталось, партия осталась, а рельсы не коммунистические. Там прямая рыночная экономика, да. Ничего коммунистического рядом не стоит. Есть госрегулирование, но это не коммунистические принципы. Все. Сколько в Китае это продержится? Только при сильной вертикали власти это может держаться. Чуть что не так, они могут осыпаться. И переход этот может состоять там. У нас есть Цзиньпин, дай бог ему здоровья, адекватный человек. Потому что от Китая в этом мире очень много уже зависит. С вами был Виктор Катющик, канал «Научный трибунал». Всем привет!
Имеет не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон логики. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катющик, телеканал «Научный трибунал».